Видео тоже. Всем привет. Давайте проверим звук. Хорошо слышно. Может, надо что-то улучшить будет. И тут отстает еще связь. Угу. Есть микрофон тут. Так, вот тут, да? Так, что-то звука нету. Меня слышно? Поставьте по 10-бальной шкале, если меня слышно. Так. Я это сейчас напишу. Они просто отошли. Вопрос, не могу найти на клавиатуре. 6. Вот звук есть, пишет. Все звук есть. Тут отстает чат. А, намного отстает чат? Ну, секунд 5, может. Как будто 20 секунд. Так, и видно меня или нет? Ну, тоже напишите, видно или нет. Сколько будет человека? Ну, блин, сколько ждать? Нет, не ждать 30 точно. А, не ждать? Нет. А, да. Ну, может, сколько? Ну, примерно сколько? 3. А, все, слышно, видно? Угу. Ладно. Ты тогда скажи, что в 3 минуты начнем и выключим. Угу. Так, мы начнем. Запись будет, она автоматически уже включилась. Вот, мы начнем в 33 минуты. Я пока выключу звук и видео, потом опять включу. Может, лучше не выключать, а то вдруг собьется. Нет, что же работает? А, ну ладно. Ну, я тебя позову еще. Пока я звук выключу.
Всем привет! Давайте будем начинать. Давайте еще раз проверим связь по 10-бальной шкале. Напишите, насколько хорошо меня слышно. Так. Хорошо, и напишите, видно меня или нет. Чтобы я тоже понимала. Так, наверное, видно, чат запаздывает. Вот дело. Ага, все, отлично. Давайте будем начинать. Сегодня тема вебинара у нас «Продукт CLR для беременных и кормящих мам». Вот, я расскажу свой опыт, плюс потом... Это я, с более длинными волосами. Меня зовут Алена Филиппова. Вот, мы вместе с мужем, с Антоном Филипповым, я думаю, многие его знают, все, наверное, знают, работаем в компании LR. Вот, я сейчас больше все-таки, наверное, занимаюсь ребенком. И хотела, Антон попросил, чтобы я рассказала вот эту тему. Я ее давала год-два назад. Продукция для беременных, для кормящих. Вот, я поделюсь своим опытом, расскажу, как и что. И потом отвечу уже на ваши вопросы. Если я что-то забуду, затронуть какую-то тему или какой-то продукт, направление, вы меня спросите. Ладно, потом в чате в конце. Вот, давайте тогда начнем. Так, ну, эта информация, наверное, больше даже для клиентов, либо тех людей, кто будет слушать этот вебинар, будучи будущим клиентом. Расскажу немного о компании. Компания LR работает 30 лет на рынке, больше 32 стран. Вот, вся продукция делается в Германии. На самом деле, это информация и для партнеров, потому что... Когда мы выбираем продукцию для себя, особенно будучи в положении, важно, ну, какая компания эти продукты делает, важно, ну, вообще, что это за компания, да? Эти факторы, они достаточно важны. Вот. Есть разные сертификаты, которые подтверждают качество продукции. Сертификат Aloe Vera, Институт Fresenius, сертификат ВКЕ, который выдается таким компаниям, известно как MAC, как Sisley, Dior, Lancome. Вот. Дерматест есть сертификат, ну, российская сертификация. Вот. Плюс, если для кого-то это важно... Для меня, например, это важно, что продукция LR, она не тестируется на животных. Вот. То есть тестирование проходит только на людях, соответственно. Так. Ну, понятно, что мы сегодня будем затрагивать тему продукции больше для беременных и для кормящих, но также есть у многих такой... Ну, вопрос, да, такая проблема, что люди, например, хотят, семейная пара хочет детей, но не может никак забеременеть, чтобы был малыш в их жизни. Вот, может быть, ну, напишите, у вас есть такие знакомые, у которых есть такая проблема. Вот, чтобы связь в чате. Здесь, ну, в этом случае наши продукты, они тоже хорошо помогают, потому что есть и гели, есть и ProBalance, есть MindMaster, Омега-3. То есть все это в комплексе работает на улучшение здоровья, на очищение организма, потому что, ну, есть разные, да, теории. Понятно, что есть традиционная медицина, когда... люди лечатся традиционно, но к традиционной медицине всегда можно добавить, например, нашу продукцию, добавить БАДы, добавить более здоровое питание,
добавить продукцию Slim Active. Много я слышала историй, когда, например, девушка, будучи там вот с большим весом, к примеру, да, с лишними килограммами, когда она начинала худеть, она забеременела, да? То есть почему так происходит? Потому что уходит лишнее, приходит то, что мы хотим, приходит нужное, да? Вот, поэтому можете вот смело эту продукцию рекомендовать. Вот здесь отзыв, да, написан. Я думаю, ну, у многих из вас есть такие отзывы, вы слышали, может быть, где-то от партнеров или на мероприятиях, когда рассказывают, что продукция, она помогает также вот для не просто здоровья, да, а для того, чтобы получить малыша. Вот, это не единственный случай, который я слышала, то есть их, в принципе, много. То есть есть люди, которые, по-моему, 2 года назад тоже рассказывала случай, партнер, она около 7 лет не могла забеременеть, и она тоже пила курс гелий. Гелий про балансы, и забеременела. Ну, сейчас, наверное, ее малышу уже, ну, тоже 3 года. Так, поехали дальше. Так, вот здесь вот эта брошюра приведена в пример, и, ну, получается, фотография из нее. Доктор Дельбе, да, похож он, я сегодня Антону сказала, на Мишеля Адена. Это, ну, очень известный акушер-гинеколог, как основоположник естественных родов в Европе. Чем-то они похожи, наверное, может быть, каким-то естественным подходом, поэтому они внешне тоже похожи. А здесь получается, ну, вот в этой брошюре есть разные болезни, да, и приведено, как пить нашу продукцию. Вот, и здесь, ну, вот что он пишет, да, за время беременности у женщин ограничены возможности введения образовавшихся кислот, шлаков, ядов. И алоэ вера с медом, к примеру, он, да, приводит. Поддержка введения кислот, шлаков и ядов. Предупреждает тем самым заболевание матери и ребенка. Вот, он здесь какую дозировку предлагает. 3 раза по 50 миллилитров до 3 раз по 100 миллилитров в день. Терапия с постепенным увеличением есть начинать с 3-го месяца беременности. С 3 раз по 10 миллилитров, затем ежедневно повышать на 10 миллилитров. Здесь что могу от себя сказать, что, ну, вообще, когда вот какие-то назначают даже в женской консультации витамины, лечение какое-то, ну, то есть стараются всегда, конечно, это все назначить после 12 недели. Вот, ну, фактически он то же самое, да, рекомендует, и во время, получается, беременности, когда я была беременна, ну, Максимом, ему сейчас 3 года скоро в сентябре, вот, я тоже где-то с 3-го месяца, ну, с 12 недели начинала пить. То есть понятно, что если вы пьете эти продукты давно, если вы сами беременны, это одно, да, а если мы рекомендуем это людям, клиентам, которые никогда не пили, то здесь, ну, нужно быть просто аккуратнее и стараться это делать уже после 12 недель, после 1-го триместра, когда, ну, как говорят, да, душа ребенка, она выбирает остаться или уйти обратно, вот, чтобы не думать, что мы причина чего-либо, не переживать, то есть лучше, конечно, это делать, ну, с 12 недели, то есть я, например, всегда так рекомендую клиентам, которые спрашивают про продукцию. Ну и про увеличение, да, так же, как с обычным клиентом, то есть это постепенная, сначала маленькая доза, и потом даже, по-моему, здесь написано с 10 миллилитров, мы даже не с 10 обычно начинаем, а с чайной ложки 1 раз в день. Потом постепенно увеличиваю, ну, вот как у него написано. Про баланс вот здесь тоже написано, как пить. Я пила в той дозировке, которая написана на упаковке, постепенно к ней пришла, потому что тоже начинала где-то, ну, где-то вот с 11-12 недели. Рекомендуется дополнительный прием омега-3. Он пишет, про омегу сейчас я еще тоже буду говорить. Так,
Ну, это вот если его, да, рекомендации. Давайте дальше. Здесь вот табличку я такую делала 2 года назад. Сейчас, понятно, может, появились еще какие-то новые витамины. Здесь все рассчитано на 100 миллилитров. Получается, первый столбик – это витамины Левит, которые назначают в женской консультации. Дальше фемибион, они чуть дороже, их тоже назначают. Левит иногда бесплатно даже выдают. Дальше здесь у нас идет гель алоэ вера, сравнение, Mind Master, Витактив, почему-то неправильно, а, нет, правильно написано, Пробаланс, омега-3. Вот, здесь не приведено в табличке, ну вот, сбалансировано наше питание, да, коктейли и супы, то есть здесь больше как бы все-таки бы сравнивала. Ну, смотрите, то есть Элевит, фемибион, здесь, ну, вначале вот, например, фолиевая, да, кислота. Тоже есть разные сторонники, когда ты сталкиваешься с врачами, разные сторонники вообще традиционной медицины. Кто-то говорит, например, надо отдельно фолиевую кислоту пить до 12 недель. Кто-то говорит, я встречала врачей, которые говорят, вообще не нужно пить ни БАДы, там ничего не нужно, все натуральное должно быть там из фруктов. То есть клиенту и нам нужно выбрать, ну, какую-то середину, да, золотую, потому что, зная, сколько витаминов сейчас содержится, ну, вообще в продуктах, а если это сейчас зимний период наступает, когда фруктов мы, овощей будем кушать меньше, то понимаешь, что БАДы все равно в любом случае, они, ну, большую помощь дают организму, тем более нагрузка с дополнительным человеком, да, в животе, это, ну, очень, ну, очень большая нагрузка на организм. Вот, поэтому здесь, ну, вот приводится пример, например, фолиевой кислоты. То есть это если не пить ее, например, там отдельно, да, вот, то есть я не сравнивала здесь отдельно чисто фолиевую кислоту, которую обычно назначают. Ну, вот в Элевите содержится 800 микрограмм, в Фемибионе 200. Ну вот, гель алоэ вера есть, это перечисляется тоже в брошюре Дельбе. А в Майндмастере 250, ну вот, больше всего получается в Витактиве, да, 4000 микрограмм. А при этом это жидкий, да, витамин, а жидкие витамины, они усваиваются лучше. Это уже научно доказано. Так, В1, 1,6 грамм. В Элевите, фемибионе 1,2, в геле алоэ вера содержится 1,4, в Майндмастере 22. Опять Витактив, да, опережает. Вот. Ну, в геле, как видите, нету конкретной граммовки, сколько содержится. Я не нашла вот эту информацию. Если она, конечно, у кого-то будет из партнеров, это будет классно. Вот. Но просто там написано, что это есть. Потому что там же все, ну вот в геле содержится в таких микродозах, и оно гораздо лучше усваивается. А B2 1,8 содержится в геле и 28 грамм в Витактиве. А B5 вот в Витактиве у нас есть. B6 содержится 2,6 грамма в Элевите, в геле алоэ вера 28 грамм в Витактиве. Дальше B7 тоже можно посмотреть. А B12 4 грамма в Элевите, 3,5 в Фемибионе, в геле есть в алоэ вера, 3,1 грамм в Майндмастере. То есть, видите, в Майндмастере тоже очень много, даже по граммовке, как и в аптечных, да, вот если брать дозировку. 50 микрограмм. Витамин С, Е, можно тоже посмотреть, сколько грамм. Железо содержится в Элевите 60 грамм, 5,3 миллиграмма в Майндмастере. Так, дальше идет состав, вот в Фемибионе этого нету, это идет уже в пробалансе. Железо, так, кальций 125, в пробалансе 695, магния 100, 200 у нас в пробалансе магния, медь 1, здесь 0,45.
Потом в фемибионе содержится вот йод, еще написано. Тут же рыбий жир они как бы сюда засунули. Они все как бы одну таблетку засунули, 200. У нас 1260, да? Так, ну и D3 в витактиве содержится. Вот, по поводу того, что здесь написано, нюансы какие. Во-первых, когда в одной таблетке содержатся и витамины, и минералы, в данном случае, если мы берем элевит, то чем это плохо, то что они хуже усваиваются, либо не усваиваются вообще, либо ни к чему хорошему в организме не приводят. Ну, то есть это тоже я читала разные какие-то исследования, уже не помню, что в одной таблетке не должны содержаться и витамины, и минералы с кальцием, там, со всем подобным. То есть усвоение гораздо хуже. Не просто так ЛР разделила, да, витамины и пробаланс. То есть если бы можно было, они бы, наверное, все засунули в один гель, и там бы все, все вообще вместе было. Ну, не знаю, не в гель там возьмем, витактив или еще куда-то. То есть не зря, что в геле, понятное дело, есть и кальций, и магний, но дополнительно в любом случае мы всегда назначаем пробаланс и сами его пьем вместе с гелем, потому что таким образом и они и работают как раз в паре. Вот, это первое. Ну, опять-таки, вот в фемибионе, да, вы видите, что туда и йод засунули, и рыбий жир. Тоже непонятно, как это все вместе с витаминами будет усваиваться. По поводу синтетических витаминов тоже есть разные исследования о том, что синтетические витамины, они, ну, как бы, это что значит? Это не жидкий, да, вид, или это... ну, какие-то, которые делаются на подобных производствах, они, ну, во-первых, хуже усваиваются, либо не усваиваются, либо вымываются вообще вместе с мочой, непонятно, что там остается в организме. Вот, и они приводят к тому, что ребенок растет в животе, как на дрожжах, и набирает очень быстро вес. Вот, поэтому дети рождаются очень крупными. Ну, то есть это не просто так. Поставьте по 10-бальной шкале, вот насколько меня слышно хорошо, потому что я думаю, вдруг я пропала, и никто ничего не пишет. Вот. По поводу... не просто так, что раньше дети все рождались там больше к 3 килограммам, да? А сейчас дети рождаются... очень много детей рождаются 4 килограмма, там 4500, 5 килограмм, то есть раньше это было очень редко. Сейчас это встречается все чаще, и, ну, как бы ученые, и когда общаешься, ну, вот с разными людьми, кто крутится в сфере родовспомождения, с разными там, ну, не знаю, там, акушерами, они говорят, да, что это связано с тем, что... поголовно все принимают левит, фембион, вот эти синтетические витамины, которые ребенка просто вот этими витаминами за счет синтетики вот этой, да, не то, что мы берем натуральный там гель, майндмастер, это фактически, ну, как концентрированный там овощной сок, да, грубо говоря, если уж просто сказать языком. Вот. Эти синтетические витамины, они фактически... детей, ну, как укрупняют, и дети получаются очень крупными. Вот, и буквально недавно тоже мы эту тему затрагивали, когда вот разговаривали тоже про витамины, про, ну, вообще БАДы. Вот инструктор по йоге, она рассказывала, что, ну, во время... она говорит, да, вот синтетические витамины, это, ну, там, не есть хорошо. Почему? И она начала рассказывать свою историю, что когда она была беременна, там, 10 лет назад, всем назначали, ну, вот, наподобие левита все, витамины вот такие синтетические. Но я, говорит, да, была молодая, ничего не знала, ничего не изучала. Ну, говорит, я их пила и пила, и у нее там ребенок родился по 4500. Вот, и она, ну, как бы, она это связывает чисто с этими витаминами, что, ну, как бы, говорит, у меня не в кого просто такие, ну, такого большого ребенка. Ну, то есть нет такого, что в роду там все по 5 килограмм рождаются.
Вот, я, говорит, потом уже начала изучать, ну, больше естественные всякие вещи, и сейчас она, конечно, больше придерживается, ну, БАДов и подобных вещей. То есть она прямо категорично очень настроена к синтетическим витаминам из аптек. Ну, говорит, что это тоже... Ну, как бы вот она разные примеры приводила там из своей жизни. Вот, поэтому надо 10 раз подумать перед тем, как пить то, что назначают в женской консультации. То есть понятно, что они не желают нам зла, наверное. Вот. Йод назначают, да, поголовно. Назначали кому-то йодомарин из вас? Может, напишите в чате или вашим партнеру, может, назначают при беременности. Это тоже как бы любимый продукт в женской консультации. Надо, не надо, всем йод назначают. Вот. Тоже синтетический йодомарин, который вообще там не усваивается и непонятно, что вообще делать с организмом. Вместо йодомарина есть в геле, понятное дело, он, да, можно и там, не знаю, есть морские водоросли, есть соль из морских водорослей, которые также можно принимать, и будет еще, ну, лучше, чем, ну, чем просто то, что вот в, ну, в синтетическом этом витамине. Вот. Ну, так она и называется. Вот я пила, получается, гель. Ну, я вот расскажу в конце, что из всего этого как бы... Ну, а что рассказывать? То есть я это все и пила, то, что перечислено здесь. И гель пила, все пила, которые есть у нас по очереди. Ну, просто какой был дома, тот и пила. Больше делала упор на Северу, потому что она для кровотока хорошо. Ну, то есть она же больше все-таки на кровь. Ну, мед... Ой, мед пробалат. Мед-персик тоже он хорошо. Ну, еще есть мнение, что гель с персиком, он поднимает гемоглобин. Одно время я на него как бы упор делала. Вот. Майндмастер. Тоже, ну, все это нужно пить, понятное дело, по самочувствию, потому что кому-то один продукт будет очень хорошо, а другой там не очень. То есть мне, например, больше, при том, что я до беременности пила майндмастер, например, во время беременности он у меня... Ну, как-то не очень, например, пошел. Гель, от геля мне было вообще хорошо. Вот. Майндмастер как-то, он, ну, все-таки считается сильным достаточно, да, БАДом, все мы это знаем. Вот. У меня от него, по-моему, давление повышалось, как я помню. Что-то вот с давлением было. Я просто делала больше упор на гель. Ну, витактив пила, пробаланс, омегу. Вот. Ну, да, вот тоже, Юлия, ну, вот согласна, да, потому что еще, ну, вот могу тоже сказать, что беременные – это считается самая внушаемая категория людей вообще на планете. Я не знаю, это исследование или это просто так, но вот один гинеколог мне так говорил, что это те люди, кому можно вообще внушить все, что угодно. Ну, как говорят обычно в такой ситуации – что, ты не будешь пить там йод, ну, йодомарин, все, считай там, ты что хочешь там, угробить ребенка своего. Ну, и понятно, что после таких слов, конечно, начинаешь пугаться всего вообще, свои тени пугаться, и пить все, что назначили. Вот, поэтому, понятно, во вторую беременность уже, наверное, как-то с умом ко всему подходишь. Но вот такие вебинары, как сегодня, это тоже... Ой, спасибо, спасибо. Это тоже, ну, как бы повод задуматься и просто изучить даже. Потому что иногда мы пьем какие-то витамины из аптеки не от того же, что мы хотим навредить, но знаем, ну, маленького количества информации. Для этого и проводим такие вебинары, чтобы у партнеров было больше информации. Так. Про табличку это рассказала. Давайте дальше. Ну, мы еще, если к ней нужно, если что, вернемся. Почему я выбирала продукт Целлер во время беременности и кормления? В гелях алоэ вера повышенная усвояемость витаминов. Ну, вот С в 2 раза, Е в 2,7 раз. Вот. Это написано тоже в брошюре Долибе.
Да, по поводу гемоглобина. Вот майндмастер. Видите, у кого-то у всех по-разному. Вот мне персик помог для поднятия гемоглобина. Но я не могу сказать, что он там на 100 единиц, да, поднял. Ну, как бы поднял настолько, насколько нужно там было, например. 100 стало 112. То есть в роды я пошла, по-моему, было 112 у меня. Так, дальше. Усвояемость жидких витаминов лучше, они более натуральные. Это то, что мы говорили в предыдущем слайде. И у БАДов ФЛР практически нет побочных эффектов. Вот. По поводу побочных эффектов здесь хотела тоже остановиться. Ну, понятно, что очень-очень-очень редко встречается аллергия на алоэ вера, да, как говорят. Вот. Но это встречалось за мою практику, не знаю, вообще очень редко. Но важно также, насколько мы верим, да, в продукцию, потому что если мы в нее не верим, если мы, ну, как бы там запуганы или не, там думаем непонятно что, то понятно, что продукция, она уже так хорошо не будет работать. То есть вера, ну, вообще там в себя, если мы берем бизнес, да, в свой успех, это важно. Ну, и также важно, когда мы принимаем БАДы, верить, что они работают. Потому что если думать, что, ой, что-то они там не работают, и, наверное, сейчас там у меня будет аллергия, то, понятное дело, мы сами эту мысль создали, отпустили ее во Вселенную, Вселенная исполнила. Мы говорим, ой, наверное, у меня аллергия будет на эти продукты. Они мне не подойдут, лучше бы я Элевит пила. Но оп, оп, и аллергия, Вселенная исполнила, да, наше желание. Поэтому важно, ну, настраиваться просто позитивно и верить в продукцию, потому что если в нее верить, то она и будет работать. Вот, я всегда как бы, ну, придерживаюсь такой политики. Так, дальше. Ну, здесь вот написано продукция ЛР, да, очищение организма, pH-баланс, питание. Здесь давайте, может быть, не знаю, на этом слайде или на следующем. Следующем, наверное. А, ну, здесь написано, ваше здоровье стоит всего меньше 100 рублей в день. Да? На самом деле, если вот так перевести, да, разделить месяц на 30 дней, то на самом деле не так много, да, получается 100 рублей. Даже сейчас в кино на 100 рублей не сходишь, и зато можно свое здоровье потратить. Здесь вот акции приведены. Давайте, наверное, может быть, на этом слайде, что ли. Хотела рассказать еще про продукцию, что еще можно, да, применять. Во время кормления грудью я тоже всю эту продукцию принимала, всю, которая, в принципе, написана. Ну, майндмастер я старалась просто утром пить, потому что он все-таки такой бодрящий напиток, то есть на ночь старалась не пить. Вот, и ребенку мы давали, ну, не знаю, из дня 10-го, может, когда вот там колики начались, мы давали гель. Не помню, правда, какой. Ну, какой был дома, наверное, там персик или мед мы давали. Вот, плюс, когда у нас ребенок, например, заболевает, мы тоже эту всю продукцию используем, потому что я сторонник больше все-таки, ну, какого-то натурального лечения. Если, ну, это вот тоже про детей, если как бы затронуть эту тему. Получается, в нос мы брызгаем спрей, я развожу его с водой на 50%. Ну, себе также. Вот, во время беременности, опять-таки, ничего же нельзя. Лекарства никакие нельзя. Все запрещено, все под запретом. Вот, когда я болела во время беременности, я тоже себе капала спрей. Я, по-моему, с водой не разводила, просто обычно капала. При, что еще, термолосьон наносила там на гланды, чтобы кашель там проходил, спрей в рот брызгала. Вот. Плюс пила и тот чай, который есть. Ну, вот, Slim Active и Цистус. Ну, на цистус особенно я делала упор, например, если во время болезни, да, потому что шиповник, он разрешен беременным, его можно, в принципе, пить побольше, ну, и понятно, что цистус, он содержит вот эти иммуноглобулины, которые и нужны для того, чтобы выздороветь быстрее, то есть его как раз мы и пьем для того, чтобы выздороветь. Ну, такой чай для выздоровления, да,
Понятно, что Slim Active тоже полезный, но именно болезнь, понятно, что как бы я делала упор на цистус. Вот. Потом что еще? Что еще? Ну плюс вот все те рекомендации, которые написаны, например, на продуктах, ну, в наших брошюрах, да, по здоровью, что, например, там, не знаю, цистуса можно там и рот полоскать, то есть все это можно делать, потому что, ну, шиповник, он, в принципе, разрешен, да, беременным. Вот, про детскую серию. Детская серия ВЛР, там получается вот эти, вот этот крем обычный для лица, потом крем под подгузник и вот этот гель-шампунь, мы это тоже все использовали. Крем под подгузник, он, ну, очень, ну, такой очень хороший, то есть от него нет там ни красноты, ничего. Вот, и плюс его можно при кормлении, когда трещины на сосках, тоже использовать. Но его нужно будет смывать, то есть нужно не забывать. Потому что он содержит, сейчас я вам прочитаю, он содержит пантенол, вроде, если не ошибаюсь. Пантенол как раз он в составе кремов для лечения трещин на сосках, когда только начинаешь кормить. Вот. Поэтому этот крем я тоже использовала, но его нужно смывать, не забывать. Вот. Так, это если по детской продукции рассказать. Потом, ну, вот эти все продукты из аптечки, да, спрей, концентрат, термолосьон, прополис, их тоже я использовала в течение всей беременности, ну, и ребенка мы тоже используем, и использовали всегда. Концентратом, ну, вот, я не знаю, знаете, наверное, знаете, я уже думаю, наверное, им можно мазать икры для того, чтобы снизить температуру. Ну, то есть, если, например, жар, понятно, что можно всего обтереть, но можно даже икры намазать, уже будет температура переноситься полегче. Плюс также это можно использовать во время беременности, потому что, опять-таки, многие продукты нельзя, это нельзя, то нельзя. Ну, вот народные методы, да. Тоже можно использовать спрей в рот брызгать, концентрат на икры для того, чтобы температуру чуть снизить. Вот. Так, по поводу омега-3. Тоже очень важный продукт. Его не всегда почему-то назначают, не знаю почему. Ну, вообще, вот главное, йод всем назначают, а омега-3 не всем. Хотя он по равнозначности, мне кажется, может, даже выше по значению. Вот, омега-3, здесь, кстати, вот видите, акция, да, сейчас покупаешь две северы и омега в подарок, и выгода получается 1800 рублей, да, выгодная акция. На чаи вот скидка, на витактив, как раз про то, что мы сейчас рассказываем. По поводу омега-3, она очень важна для, как объяснить-то, ну, то есть понятно, что она важна для формирования разных клеток, влияет на сердце, на головной мозг, на формирование вот этих всех органов, вот, поэтому советуют там полноценно питаться, да, и когда, например, проходила я курсы по подготовке к родам, они как раз советовали вот омегу-3 употреблять дополнительно, потому что в рыбе не факт, что она там есть, и не все так много рыбы, да, употребляют, кто-то просто ее не ест. Вот, для того, чтобы все нормально там формировалось, и для подготовки родовых пластичными, мягкими, тоже советуют принимать омега-3 для того, чтобы ребенок мягко проходил, да, по родовым путям. Вот, тоже, ну, достаточно важный продукт. Поэтому на нем тоже можете делать акцент. Плюс важно, да, какой омега-3 ты употребляешь, чтобы это было, ну, не просто из, ну, вот, как бы из рыбьего жира, да, просто, из рыбьего жира, из
ну вот, как говорят, из рыбьей печени, да, или из чего-то там непонятного, да, из какой-то части рыбы, которая вообще там омега-3 не содержит. Вот. Поэтому это тоже вот момент важный. Так, дальше. Дальше. Здесь тоже вот акция, например, ну, если по теме сегодняшней, да, вот на геле хорошая акция. Здесь на Цайнгард. Вот. Ну, и вот здесь это программа для спонсоров. Сам делаешь 250 баллов. Ну, и за каждого партнера, который ты подключил на 250 баллов в августе, до конца августа, есть еще время, ты получаешь Starbucks. Одного подключил на 250, сам сделал, получаешь... Один Starbucks, двух пригласил, два Starbucks, пятерых, пять Starbucks. Вот. Ну, тоже хотела напомнить про такую акцию. В принципе, ну, основные вещи я рассказала. Если подытожить, дальше я уже отвечу на ваши вопросы, если осталось. Что вот этой табличкой, что я хотела показать, что когда... мы принимаем решение пить БАДы вместо витаминов, все равно, когда там первый ребенок, да, или когда ты клиент, и ты не знаешь, где правда и что на самом деле истина. Вот этой табличкой я как раз хотела показать, что принимая нашу продукцию, принимая наши БАДы, вы в любом случае ничем не страдаете, потому что содержание... по миллиграммам точно такое же или даже лучше, чем в аптечных витаминах. Вот. Плюс то, что, как я уже сказала, это лучше усваивается, плюс то, что это жидкий вид, это Германия, это ну, какое-то достаточно хорошее производство. Вот. То есть вы понимаете, что вы пьете более натуральный, ну, натуральный продукт, если мы берем, да, вот гель, алоэ вера, это вообще, ну, мы пьем просто овощной сок, вот, чтобы просто, ну, то есть вот эта табличка я хотела, когда я сама решала, что я не буду пить вот эти витамины, которые прописывают в женской консультации, я просто делала эту табличку и поняла, что в нашей продукции все содержится, все есть, и можно успокоиться и спокойно принимать наши БАДы. И чтобы партнеры тоже по этой табличке видели, что им назначили, к примеру, левит или фемибион, или какие-то другие витамины, которые появятся, да, в будущем, что в наших гелях, в нашем пробалансе это все тоже содержится. И усвояемость у них гораздо лучше. Вот, то есть вот эта табличка, я вот это хотела показать. Вот, ну и сказать то, что... всегда есть примеры людей, которые принимали эту продукцию во время беременности, во время кормления. Это я, это люди там из, ну, из чата, кто-то здесь, да, вот кто-то из партнеров, кто сегодня просто не присутствует. Вот. Мы как раз примеры того, что все нормально, мы все живы, дети у нас бегают, носятся и растут, и развиваются, и все хорошо. Вот, чтобы просто партнеры, которые будут принимать эти БАДы, они были уверены в том, что это такие же витамины, как из аптеки, просто они более натуральные, более лучше усвояемые. Вот. Вот это, наверное, основное, что я хотела сказать. Ну, на этом, в принципе, моя основная часть закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать в чате, и я на них отвечу, если... может, по каким-то конкретным продуктам вам интересно, опыт или, ну, какие-то, может быть, не знаю, вопросы. Вот, я отвечу на ваши вопросы. Ну, и как вам информация, было ли полезно, тоже напишите, чтобы какая-то была обратная связь. Чат запаздывает.
Так, вопросов, как я понимаю, нету, да? Если нету, напишите нету, чтобы я понимала. Потому что никто ничего не пишет, я не понимаю, слышно меня, не слышно. Что вообще происходит? Что происходит? Хорошо, я рада, что была кому-то полезна. Да, Влад, напишите вопрос, я на него отвечу. Хотелось быть полезной. Ну, самое главное, вот это понимание того, что у нас тоже все это есть в наших продуктах, и витамины Е, и С, и В1, и можно просто спокойно заменить витамины из аптек, которые непонятно как усваиваются, на что-то натуральное. Вот, это, наверное, самый главный посыл, который я хотела сделать, потому что это то, что я искала во время своей беременности. Ну, потому что тебя назначают, пугают, когда ты говоришь, там, я, наверное, буду там вот БАДы, там, немецкой компании бить, они начинают говорить, ой, вы что там. Ну, в женской консультации лучше вообще ничего не говорить, молчать побольше. Вот, и говорит, да, да, я буду пить то, что вы назначили. Вот, а самим изучать. Поэтому, ну, наверное, вот это самое главное, что я хотела вам показать, что у нас все это есть, можно просто заменить на самом деле, и будет пользы больше будет для матери, для ребенка, чем просто мы вот синтетикой себе напичкаем. Выпили полную взрослую норму про баланс. Да, во время беременности я пила полную взрослую норму про баланс. Вот. Ну, столько, сколько написано на упаковке. И вначале я говорила про дозировку. Сейчас я перелистну слайд для вас. Ну, плюс можете записи потом посмотреть. Что Делебье, да, пишет в своей брошюре. Что здесь нужно постепенно увеличивать. 3 раза по 1 таблетке до 5 раз по 2 таблетки в день. 2×5. Ну, здесь он даже вот больше пишет, да? Потому что там 12, а здесь 5 раз в день, 2×5. А, он 10 пишет, да? 2×5 – 10, но 2 меньше. Я пила вот столько, сколько написано. Вот. Вот-вот. Поэтому, ну, постепенно главное начинать и доводить, ну, либо до ощутимой дозировки. То есть если вы чувствуете, что вам полдозы не 12, а 6, вы себя чувствуете хорошо 6 таблетками, пейте 6. Если чувствуете, что 12, пейте 12. Во время беременности ела много творога, где много кальция. Незнакомая родилась с тяжелой костью. Что такое тяжелая кость? Мне очень интересно, напишите. По поводу кальция в твороге, тоже есть много исследований о том, что кальция в твороге содержится не так много, как кажется, да? Кальция больше всего вообще содержится в кунжуте и, по-моему, в петрушке, еще в каком-то продукте. А, мощная девушка. Но это тоже такое убеждение, если я скажу про это. Больше всего содержится в петрушке, в кунжуте и еще где-то в каком-то продукте, типа брокколи. Вот там больше всего кальция. Вы даже можете забить содержание кальция в продуктах питания. И там вы увидите, что в твороге его на самом деле не так много. Хотя, да, любят назначить творог в женских консультациях. Они любители вообще вот чего-нибудь назначать. Есть теория о том, что на курсах нам говорили, что с кальцием, да, нужно быть аккуратным, не перебарщивать, потому что здесь дело не в мощи даже, а больше в том, насколько ребенок будет, как сказать, насколько у него мягкие, твердые для того, чтобы проходить по родовым путям. Вот, то есть вот про это нам говорили. Что, ну, как бы с кальцием нужно быть аккуратным, не нужно его как бы пить там вообще больше, чем написано, или в больших дозировках. Вот, и про крупных детей это тоже о том, чем плохие крупные дети, да? То есть говорят мне, что как бы это же хорошо, богатырь родился. Тяжело в родах, соответственно, во-первых, потому что рожать большого ребенка сложнее, ему сложнее проходить по родовым путям. То есть
ну, грубо говоря, чем больше ребенок, тем сложнее его рожать. И тем вероятнее, что могут быть разрывы разные и повреждения родовых путей. Вот. А делаете ли вы паузу между омегой и пробалансом? Мне кажется, здесь тоже все индивидуально. То есть иногда я лучше паузу не сделаю, но не забуду выпить. Потому что когда, например, день какой-то суетной, я могу просто забыть что-то выпить из БАДов. Поэтому я пью что-то вместе. Вот. Ну, про баланс я стараюсь всегда пить. После еды. Хотя тоже говорят, разные есть теории, да, что надо через 30 минут после еды. Я сразу пью после еды, моему организму так комфортнее. Гель я пью до. Вот. Ну, я не делаю эту паузу. Если она для вас комфортна и вам, вашему организму так лучше, то, конечно, лучше ее делать. То есть нужно всегда смотреть все по своему самочувствию. Написать, как что принимать, могут многие, да, люди. Ну вот, видите, вы сами ответили на свой вопрос. Они снижают эффект, нейтрализуют, да, друг друга. Поэтому, наверное, правильнее делать. Видите, и вы нас тоже чему-то научили сегодня. Как хорошо, что вы зашли на этот вебинар. Потому что информации много, иногда теряешься в ней, иногда начинаешь просто больше прислушиваться к своему организму и думать, а как он хочет, чтобы я пила вот эти БАДы или какие-то продукты кушала. Вот. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Ну, хорошо, что вы написали, видите, может, кто-то не знал, что вот так вот. То есть так понятно, эффективнее. Ну, как вот кто-то про баланс же до еды пьет, тоже говорят, что это неправильно. Ну, кому-то так вот хорошо. Конечно, лучше после еды, потому что он тоже как-то больше лучше там усваивается. Гель до, да? Так, какие еще вопросы? Если есть вопросы, пишите. Как я понимаю, вопросов нету. Ну, если вопросов нету, рада была сегодня всех видеть. Привет всем, кто в записи, да, будет слушать этот вебинар. Вот, я на первый слайд перелистну. Надеюсь, сегодняшняя тема была полезна для вас, и, ну, что-то новое вы узнали и будете вносить до своих клиентов, до своих партнеров, ну, какую-то другую, да, информацию, что-то новое. Вот. Спасибо всем большое. Все, всем пока. Рада была всех видеть и было приятно поделиться с вами чем-то полезным. Все, пока. Я закрываю комнату.